Доброго вечора. Ми з України. Довгі поиски Цирі привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар, в ведьмачью крепость Каэр Морхен. Всім привіт! З вами Лютий і це проходження третього Відьмака. Бери собі щось смачненьке і приємного перегляду. А ми йдемо шукати щось магічне, що заважає Єннефер. Так, что нам надо вот так, да, якось? Здесь ничего. Так, мы достали эту штуку. Она звонить должна, так? О, кажется, что-то есть. Сигнал становится сильнее. Куда мы? Должно быть уже близко. Геннифер наконец нашла добровольца побегать с пищащей палкой. Тихо. Ой, ты давай вот это. Це десь тут. Чи ні? А, от ти де. Це що таке? Помехи йдуть отсюда. Що в тих ящиках? Що в тих ящиках? Дві меритові бомби. Ламберт делал. Нічого удивительного, що мегаскоп не работает. Ладно, надо їх убрать. Я уберу. Не то ты мне все вверх дном перевернешь. Только присматривай за Умой. Так точно, дядюшка Весемир. Ну как дела? Весемир тебя не слишком замучил? Ума, так? Ничего нового. Я так и думал. Ну вот и все. Можешь идти. А теперь проверим условные рефлексы. Здесь ничего. Как сам, мне эта фигня не нужна. Кого, прям вот так вот? Что, он прям такой поганец? Может, он и не такой... некрасивый. Может, декому он подобається такий. У нас щось... Отут я ще не лутався. А тут є, так? Де полутатись. Зараз тут пройдемося. Тут і сундучки якісь є. І орени хтось поклав. Красивий, а? Так, дикий гін ми вже читали. Це також начебто читав. Інтересно. Серебра не було. Щось у крові тут. Ці двері куди? Це якась вежа? А тут щось є? Цікаво. А ну ходімо. Раз вже зайшли сюди, ходімо подивимося. Тут зачинено. А, це не та кімната, де ми... Так, це все, я зрозумів. Це та кімната, з якої починається ця гра. Тоді біжимо назад до Єн. І потім підемо допоможемо Ламберту. Ламберту, здається, потрібно філактерій наповнити. Той самий філактерій, котрий ми забрали у молодшого. Так, нам сюди. Це підійматися кожного разу. Це, ну, можна якось було поближче зробити. Навіщо йон було сюди заселяти? Спасибо, все работает. Що це було? Дві меритові бомби.
Ламберт оставил их возле кроватей. Хм, он, конечно же, не догадывался, что это помешает работе мегаскопа. Знаешь, в мегаскопах он не разбирается, так что... Я тебя умоляю. Ламберт вредный, но не глупый. Ну да ладно. Ты готов к разговору? А ты меня приглашаешь? Я думал, члены ложи не посвящают, кого попало в свои тайны. Можешь считать это доказательством доверия. Ну ладно, начнем. И умоляю, веди себя прилично. Ты только что сказала, что доверяешь мне. Не цепляйся к словам. Кейдмил и Йеннифер Айп Венгерберг. Гвин Блейд. Давай-то так. Кейдмил Айнсайверне. Зачем ты меня вызываешь? Я столкнулась с одним проклятием. Оно было наложено на диалекте старшей речи, которого я не знаю. И как звучит это проклятие? Вафайль Элайне Кайдмил Фолье. Глайды в Дорне Айп Тунайт, Бундраитны Яхус. Шо она назад відходит и почала? Что это за диалект? Лайт айн ундот. То есть? Так называемая единая речь. Забытый язык, бытовавший еще до скитания. Скитание? Потом, Геральт. Ты уже слышала эти слова? Да, в легендах. В тех, что без счастливого конца. Ты сумеешь помочь нам? В известной степени. Здесь нужна формула Агнес из Гланвиля в соединении с обратным треугольником Эльдара. Но я не поручусь, что этого будет достаточно. Спасибо, Айн Сайверне. Вафайль. Наш разговор еще не окончен. В чем дело? Приходит час белого хлада и белого света. И мир умрет средь мороза. Я знаю пророчество Итлины. Не сомневаюсь. Но понимаешь ли, старшая кровь может начать час конца или отсрочить его. Помни об этом, Гвин Блейд, ибо от тебя зависит, возгорится ли зерно пламенем. А что с этим... скитанием. Великая мать! Вас здесь что, истории совсем не учили? Нет. Весемир считал, что фехтование больше пригодится на пути. Ты ответишь мне? Конечно. Учиться никогда не поздно. Эльфы Айн Сейтхе и Айн Элле составляли когда-то один народ. Айн Ундот. Но потом произошла катастрофа. Что именно, никто не знает. Им пришлось покинуть свой мир. И по пути они разделились. То есть, если проклятие Умы наложено на этом Лайтайн Ундот... То оно старое. Очень-очень старое. Ну, получается, его наложив кто-то из старых, кто это помнит? Ты поняла, о чем она говорила? О Цири, конечно же. Оставили бы ее уже в покое. Даже не надейся. Интересный разговор. И что теперь? Закончи все, что вы с ребятами собирались сделать. И мы начнем. Ну, насправді все начебто зрозуміло, що вона нам сказала, ну, Геральду сказала за Цирі. Зараз завдання там доповниться, воно протикається. Зрозуміло, тому що, ну, вона сказала, що дитя старшої, так, крові або почне кінець світу, або продовжить життя світу. Точніше, ну, нагадує гравцю, що все залежить від Геральда, і буде це... І це буде гарна чи погана кінцівка гри. Так, це ми з тобою дивилися, наче. Давай, нам Ламберт потрібен. Ходімо. Пойдем, нечего ждать.
А, кстати, теперь через город-то до круга не доберешься. Той весной перевал накрыла лавина. Значит, надо идти со стороны пруда, как во время испытания медальона? Верно. Помнишь, как идти? Такое не забывается. Тот, кто целым с медальоном вернется, докажет, что сего достоин и на путь ступить может. Дыра осталась еще от Саволы. Что вы ее не замуровали? Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили. Или не развалили эту халабуду до конца. Так, он все сказал. Так, начал. Я хочу так зробити, щоб ми в день бігали, а не вночі. Так хоча б посвітіше буде. Я вот что думаю. Нам что, плыть через весь пруд? Нет, у меня лодка есть. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз. Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбой. Реально. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. Да, ну, это многое объясняет. Все нечестно. Прийшов, кинув парочку бомб і все. Потрібно виловлювати рибу. Чекати, коли вона клюне, а не оце, кинув бомбочку. Повилавлював все, що там є. Так, побігли, коротше, бо ми з собою так довго будемо йти. Що тут? Добігли, ні? О, а це в мене є отака штука. А вони нападають на нас чи ні? А що, воно не працює? Начебто ж повинно. Тоді ми робимо так. Та не відпускайте її. Це все начебто? Чи ще є? Покончим с этим. Так, ну, я поражен. Где ты этому научился? Один старый мастер показал мне пару приемов, когда я был в Зарикане. Ладно, ладно. Припаси свои побасенки для очередной чародейки. А что он так их не любит? Тихо, куди ты зібралась? Все, мы побегли далее, не? Бо ми так довго будемо їх вбивати. Так, куди нам далі? Вздовж річки? Як у тебе з Весемиром, поспокійніше? Вроді да. Старичок перестав читати мораль. Я стараюсь його особо не роздражати. І як результати? Середні. І знаєш, замок большой. В ньому не сложно розминутися. Зараза! Я же и здесь привязывал! Может, веревка лопнула? Да ты что! Я-то думал, лодка сама отвязалась! Вот зараза! В таком тумане мы никогда... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. Круто, Геральт. Нафіга ти впав? Ой, зачекай Ламбарда. Тут Геральт вирішив впасти трохи. Що, в будиночку нічого немає? Відерце якесь. То, мабуть, Ламбард через те відро рибу тягає собі. Ну, хтось є, хлопці, мабуть, так? Ну так, наші старі друзі. Тихо, тихо, хлопці. Цей щось навіть не хоче зі мною боротися. Цей в спину б'є. Ого, він навіть бігні юзає. Все? А воно ще двоє.
походу боит его просто. Все навіть вставати не хоче. Водная баба. Ее еще тут не хватало. Ой, тихо. Не бачу ничего. Зараз винер надесь. Щось вона. Якось вона так швиденько відлетіла від нас. Так. Вход в пещеру з другой стороны. Видиш? Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Ты знаешь, что из моей группы вернулись только двое? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Тебя до сих пор это мучает? Мучает? Нет. Просто бесит. На кой хер это испытание? Все равно большинство тех, кто вернулся из круга стихий, сгинули в течение года на каких-нибудь болотах, охотясь на утопцев по кроне 30 за голову. Зачем все это? Весемира спроси. О, я спрашивал много раз. Уверяю тебя. Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо. Но поведу я. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут. Ой, боже. Який ти фу таким бути. Зараз бабу тут цю позабираю в них все. Синій мутаген. Це круто. Ой. Та Геральде, залазь в лодку. Ламберт, Ламберт, Ламберт. Веди нас, Ламберту. Поки що поїмо. Сам эту посудину делал? Да? А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь, я дальше носа ничего не вижу. Туман густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Гарний віршик. Один в один про Ламберта. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопкает. Не учи дедушку каши. Хорошо, мы уже близко. Це дует, чесно кажучи, прям... Найкращий, мені здається. Ламберт з Геральдом. Вони коли вдвох, вони можуть зробити все. Все, що завгодно. Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Ты стал обидчивее, чем Йен. Смотри, не влюбись. Пойдем. Вот говно такое. Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Давайте проверим. Давай проверим, на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. А какая разница? Все одно по типу. Все одно квест від цього не провалиться. Ну воно хлопчик якийсь. Эй, малыш! Спокойно, ты уже в безопасности. Так, так.
Ну хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про ум? Позже обсудим. Ой, блядь. Сперва займемся туманниками. Ух ты ж. Блядь, звідки він тут взявся? Я так аж пересрав, коли його побачив на задньому фоні. Боже, скільки їх тут? Так, в мене меч затупився, зачекай, Ламберте. Ми можемо якось його... Та давайте... Давайте отак зробимо. Отак і вип'ємо ще щось проти туманників, я не пам'ятаю, хто вони. Гібриди, мабуть. Гібриди чи хто? Чи прокляті? Ні, не прокляті. Так, я був правий. Боже, скільки вас тут, ви? Та дайте мені вилізти. Просто заманили нас сюди. Треба добувати хоча б по одному. Все чи ні? Ой. Все, тепер все. Хто би мог подумати? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Риви обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Ой, боже. Когда речь идет о чьей-то жизни, лучше перестраховаться и подуть на холодное. Разумеется. Благородный белый волк никогда не оставит человека в беде. Ну просто святой, а не ведьмак. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу, один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно. Пойдем отсюда. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит. Ой, боже, ну не можешь таким будто я Ламберт. Таким бути, чесно. Мені потрібно так трохи помедитувати, а то в мене ластівки закінчились вже. Побігли у пещеру. Ламберт, Ламберт. Так, зараз ми тут з кимось також будемо боротися, я так розумію. Ще мені потрібно отак зробити. В мене нема факела тепер. Смолоскип наш. А в мене є тут якийсь нескінченний, так би мовити. Тут 17 зарядів, і я не знаю, наскільки його вистачить. Начебто такого немає. Ой, Геральт, ти чого? Ти чого це? Так, я йду ліворуч. Там щось є. Я там щось бачу. О, ну я... Мене так просто тут, ну... Не заплутуєш, я знайду весь лут. Кості, змельчені в пиль. Ха, да, старий грот не любить гостей. Твою мать. Слишком високо. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь. Слава Весемира. Готов?
Вот жердяй! Раз, два, три! Да и ты не легкий. Ну идем. Застрелились два жердяя, так? Что тут у нас? Ничего. Оно я что-то бачу. Можно было бы взорвать Иардом. Ага. И разбудить старого Грота. Вот холера. Можешь топать потише. Ладно тебе. Я поскользнулся. Зачекай. Тут арбалет магичный був. И я его трохи не пропустив. Ну Грота, мені здається, пофіг, так? Ми можемо якось? Давай пристрибуй. Щоб ми Грота старого не розбудили. Він перестрибнув? Перестрибнув. Молодець. Костя, змінчений впит. Що там мені в глаз попав? Какой-то осколок. Головне, щоб не осколок льда. Не то станеш ще вріднее. Так, оце що за прохід такий? Це ми просто могли обійти, так? А ні, це нам... А, ну так, це ми можемо обійти, щоб не розвалювати оці два проходи. А, ну нам все одно з ним боротися потрібно, так? Плесінь несет. А ти чого ждав, що буде пахнути фіалками? Я би не возражав. А, смотри, як сладко спить. Може, зробимо як-небудь так, щоб він більше не проснувся? Ні, ну можемо. Ми можемо... Що ми можемо? Просто пройти мимо нього? Або його вбити? Я ж правильно зрозумів. Я б таки ще що тут полутався б. Та давайте його вб'ємо, не мабуть, чи ні? Вб'ємо і все, щоб він не заважав більше нікому. Що нам? Ірден потрібен? Сюрприз удался. Может, оно и к лучшему. Будет веселее. Ой, я на... Скучал? Вони... Під Ірденом я замітив, що вони майже не рухаються. Для них це дуже важко, я дивлюсь. Це циклоп був. Вроді да. Уходимо отсюда. Постой. Это тебе за Вольтера, скотина. Вольтер? Кто это? Ты не помнишь? Такой, невысокий, со шрамом на подбородке, вот здесь. А, да, был такой. Ага, был. Остался здесь. Пойдем уже. Так, куды? А нам куды? Что, я думал, нам отцей прохит куды? Вода. Це ми звідси... А, це ми звідси прийшли, бот. А тоді це куди веде? Зачекай, Ламберта. Щось там. А, це просто тут полутатися можна, так? Що, і пройти не можна? Це зрозумів. Ото тут така темінь, що я думав, що я впаду зараз десь донизу і помру просто.
Так, ходімо тоді на вихід. Нам от сюди потрібно. Ламбартех. Що там? Нас доженеш чи ні? Так, раз побігли, а він тут нас дожене, нас, сподіваюся. Хорошо вибратися наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Лучше смотреть в оба, мы на их территории. Навалил полные штаны из-за пары троллей? Я когда-то тоже красовался, а потом меня едва не убил простой паренек с вилами. И я отучился. Пойдем уже. Ой, Ламберт, Ламберт, Ламберт. Що ж ти такий? Тут нічого немає прихованого. Такий закуток тут. Можна було б щось сховати. О, воно вони вже. Що, з ними битися також потрібно? Ти глянь, як він від нас удирає. Тролі обычно себе так не ведуть. Так, я... Може там хтось за нами ще біжить? А, він у пещеру побіг. Відьмаки, не ходіть далі. Це гори тролі. Гора тролла. А, да. Гора тролі. Ну, поговори. Поговори с ними. Спокойно, мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать, а иногда третье. Ну сколько можно? С дороги тупиться, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Бля. Дошло. Поздравляю. Ай. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями. Побігли. Що ти, живий, Болдур? Боже, може ж було... Що він виліз? Ламберт. Ходімо. Ламберт, мені здається, не добіг щось. Ані, добіг. Блядь, вони з цієї сторони прилізли. Ой, да ми просто... Так, ми бросить камінь. Пройдемо і все. Ви не ході. Відьмаки не понімать. Понімать, но ми все-таки должны идти к кругу стихій. Ти слушать все-таки. Ми к вам в замок не ходіть. А там много камінь. Красивый камень. Хватит уже с ними расшаркиваться. Это ничего не даст. Зачекай. Дай мне сказать. Ты разбираешься в переговорах, как они в грамматике. Мы вам плохого не сделаем. Не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Мы бросать камень. А ведьмаки не отвечать. Только болтать. Может, ведьмаки добрые? Может. Ты глупый. Ведьмаки убивать чудища, а тролли чудища. Да-да, не строй рожа. Будет так. Вы здесь оставить острые дубины, вы пройти. Если нет, мы бить. Та ну ні. Тут и вибачай. Не может. Ведьмак без меча, как без руки. Лучше без рука, чем без голова. Ну, тихо, 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 вы что, дурни? Стрёх навалиться. А на вас арт не діє, так? На вас Ірден же покрив.
Що там, Ламберт хоча б одного заб'є чи ні? А, та він йому... Ти що? Він йому навіть нічого не зробив. Не любиш серебро, да? А в них мечі так тупляться, це... Ну зовсім прям. Нічого. Ходімо. Ой, Ламберт, Ламберт, з собою ну нікуди не можна ходити. Ще пара шагів, і ми будемо на місці. Пройшли дорогу відьмака. Ну, от ми і на місці. З цим не поспориш. От холера. Красивий вид. Наверное, если даже ты это заметил. Геральт, за кого ты меня принимаешь? Дай подумать. За грубияна? Возразить нечего. Но хватит комплиментов. Давай за работу. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факел и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Ай... Как там было? Сначала вода, потом земля и воздух. Зайти. Так, один є, другий є. Це є, а це що? А, і ще от, а я ж начебто тут полив. Хорошо, філактерій на місці. Ну, осталось только минуту подождать. Контейнер наполнится силой стихий, а мы пока отдохнем. Красивый вид. А ты как справился с троллями на испытании медальона? Дай подумать. А, вспомнил. Я использовал Аксии. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да, полезный знак. Недавно мне жизнь спас. Интересная история. Отменная. Напали на меня двое разбойников. Один целился в меня из арбалета, а другой начал рыться в моих торбах. Сперва я приказал арбалетчику застрелить дружка, а потом повеситься самому. Действительно, отменный рассказ. Правда? Животики надоровешь. Скажи, ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет. Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен, я был очарователем. Настолько плохо быть ведьмаком? Говорят, бывает хуже. Жаль только, что у меня не было выбора. Такое было наше предназначение. Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении. Мой отец был пьяница. Стоило ему надраться, он лупил меня и мать до крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он наконец сдох. Один раз наши молитвы почти исполнились. Папочка заблудился по дороге в корчму и влез прямо в гнездо накеров. Но его спас один ведьмак. И знаешь, чего он захотел взамен? Дашь мне то, что первым увидишь в доме. Мою жизнь. За жизнь этой мрази. В гробу я видал такое предназначение. Я не знал, прости. Когда в следующий раз задумаешься, почему я такой злой, вот тебе ответ. Ладно, хватит горевать. Пора собираться. Така от історія Ламберта. Та ні, ходім. Ти прав. Возвращаємося. Тільки після вас.
Соломоном поговорить тут. Послушайте, все уже готово. Можем начинать. Ламберт, приготовь аппаратуру. Эскель, пойди. Пока еще я тут распоряжаюсь, а не ты, моя дорогая. Не ты. Я думала, мы договорились, что возьмемся за Уму, по-моему. Я сказал, что мы тебе поможем. Только и всего. Не знаю, что ты хочешь с ним сделать. Ты все еще не соизволила рассказать. Но ведь это будет небезопасно, так? Это зрозуміло, це ж є. Как я и думал. Поэтому сперва испробуем другой, более мягкий способ. Что это за способ? Он основан на народных традициях. Я пользовался им множество раз. К примеру, когда расколдовывал Повисского лебедя в 1211-м. Я заберу Уму в горы. И что, будете вместе выть на Луну? Следи за языком. Ты не с Геральтом разговариваешь? Нет, мы не будем выть на Луну. Я положу его на могильную плиту и в полночь подам ему отвар болиголова, выросшего на... А впрочем, не вижу нужды тебе объяснять. По моему мнению... Я его знаю, но я не прошу согласия, а говорю, как будет. Я вернусь на рассвете с Умой или с тем, кто в нем скрыт. Давай, Юра, скажи ей. Він мені чомусь Лютика нагадує. А давай то так. Що будемо робити в свободний вечір? Весемир говорив, що треба би замінити балки під крышей, ну на башні. Можна цим зайнятися. А ще можна напитися. Це мене як-то більше привлекає. Я теж не відкажусь від стаканчика, а то і двох. Стало быть, проголосовали. Хорошо, но через минуту. Нам с Геральтом надо поговорить. Хо-хо, звучит серьезно. Еще увидимся. Ай, ну ходимо, поговоримо. Что же она нам хочет сказать? Что я снова натворил? Ничего. Я хотела тебя на минутку задержать. Так, чтобы ребята не учуяли, что мы будем делать. А что мы будем делать? Пойдем наверх и займемся любовью. Ты обходишься без намеков. Я слишком стара, чтобы изображать стыдливого подростка. Разве что ты меня попросишь. Так что, идем, ты потом к ним присоединишься. Через часик или через два. І цей вибір, боже. Єн, що ти робиш таке, а? Ну ходімо з нею, не знаю, через подивимося, що буде. Ловлю на слові. Отак, проміняв пацанів на бабу. Круто вони придумали. Так-так, голубки все-таки решили к нам присоединиться. По типу, не заскучали? Ты сам слышал, Ламберт. И потом, это не наше дело. Ох, Йен, рюмок у нас нет. Будешь из кубка пить? Хоть из банки.
Может, не будем надираться молча? Хоть новостями обменяемся. А у тебя что, Ламберт? Было что-нибудь интересное, не считая поисков Таулера? Да. У меня был контракт в Ланексетере. И, надо сказать, довольно выгодный. В Ковере золото немерено. Знаешь, сколько там дают за утопца? Цыц, я сейчас рассказываю. Так вот, им докучал великан. Грабил караваны, народ в болото утаскивал. И гадил на большаках, которые из-за того становились ужасно скользкими. Хватит нагнетать, переходи к делу. Ладно, оказалось, не какой-то не великан, а толстый лесной тролль. А караваны грабила шайка разбойников. И что ты сделал? Убил разбойников, чтобы на дороге было спокойно. Потом тролля. Награду за его голову давали. Ты прагматичен, как всегда. Мог бы иногда брать пример с Ламберта. Забыть хоть на время про идеалы и думать о деньгах. Я знал, что чародейка меня поймет. Знаешь, скільки в мене грошей? Там, ну, більше 10 тисяч. Алло. Ескель, розкажи все-таки, як ти завалив катакана, которого ми вскривали? Катакана? Ого! Опасні твари. І привередливі. Эту особь інтересували тільки девицы із высшого общества. Прям як мене. Ланге, нас не інтересують твої фантазії. Що до вампіра? Даже мне интересно, что у тебя вышло. Мой заказчик устроил бал для городской знати, чтобы выманить вампира. Я был в маске. И должен сказать, в жизни у меня не было такого успеха у женщин, как в ту ночь. Флиртуешь на работе? Скверная идея. Вампир нападет, а ты только что штаны спустил. Это да. Но с моей рожей приходится использовать каждый шанс. Может, тебе все время ходить в маске? А тебе с кляпом. Так что с вампиром? Я сговорился с одной юной алхимичкой. Она нагрузилась всем под завязку. И с штехом, водкой, грибами, и вышла в сад. Вампир нашел ее, напился. Так что и боя-то толком не было. Современная сказка о вреде обжорства. А что с алхимичкой? Все в порядке. Потеряла немного крови. Самым тяжким было похмелье. Она с месяц один рассол пила. Це крута история. Я думал, він якось его там круто вбив. В последнее время столько всего приключилось. Короли, драконы, заговоры. А потом... Потом я нашел Йен. Мы страшно за тебя переживали. Но лучше расскажи, что там с Умой? Долгая история. Я шел по следам Цири. Велен, Скеллиге. В Новиграде снова пришлось спасать Лютика. Его опять поймали в кровати с кем-нибудь не тем. Раз уж зашла речь о старых друзьях Ебли и Новиграде, как там Трис? Ай, бля. Ламберт, блядь, идиот просто. Что мы ему скажем? Давай то так скажем. Отъебись, Ламберт. О-хо-хо, похоже, я задел за живое. Ламберт, это уже не смешно. Ну ладно, тогда вернемся к серьезным вещам. Йен, что ты хочешь делать с Умой? Я уже сказала, завтра расскажу. Давай рассказывай, уже за полночь. Я бачу карты Гвинта на столе. Я подвергну его испытанию травами. Но только если... Ты, сука, что? Повежливей. А ты слышал, как... Второй раз просить не буду. Я извиняюсь. Ты собралась сделать из него ведьмака? Разумеется, нет. Я хотела сказать, что проведу его через первую часть испытания, потому что... Потому что хочешь посмотреть, как он мучается? Не перебивай. Иначе я посмотрю, как мучаешься ты. Чтобы вернуть Уме прежний облик, надо сначала... Как бы это объяснить? Представьте себе кусок глины. Чтобы придать ему форму, надо сперва его вымочить, иначе он рассыпется. Первая часть испытания именно это и делает. Она как бы открывает тело к переменам, и только потом мутагены превращают человека в ведьмака.
Какие шансы, что Ума выживет? Небольшие, но выбора нет. Разве что Весемир провернет этот свой трюк с Болиголовым. Старик свое дело знает. Это будет первое испытание за многие годы. Я знала, что ты будешь осторожничать. Да при чем тут осторожность? Все секреты давным-давно забыты. И нечего их вспоминать. Я не предлагаю налаживать производство ведьмаков. И не надо. Видишь ли, до этого момента у нас был отличный предлог не брать учеников. Это надо обсудить. В другой раз. Кому еще? О, мне. Только закуска кончилась. Геральт, не сгоняешь на кухню? Хм. Господа, была рада с вами выпить. С тобой, Ламберт, особенно. Но час уже поздний. Не засиживайтесь. Завтра важный день. Не послушал. Они никогда не слушают. Ты о чем? У Эскеля тут был контракт на Самовилу. Отличная история. Сейчас расскажу. Только долей сперва. Моя печень. Это что? Мучильня. Одна часть спирта, одна часть белой голубки. Ну что смотришь? Ян ушла спать. Пора переходить к серьезным напиткам. Тогда давай еще по одной. Ну, до дна. О. А ну давай. Может, перекинемся в карты? Почему нет? Играем на деньги? На грош? Давай. Ну да. Думал. Разве что в гвинт на раздевание. Может, хоть тогда пойму, что бабы в тебе находят. Ладно, херами потом будете мериться. Кошели на стол! Что это с ним? Неважно, играем. Круто он это карты раскинул. Так, Трис Мерегольд где тут? Давай. За Нитфив, значит, играешь, так? О, ну в принципе ясно небо выкидаем и все. Ой, да ты шо, да ты шо. Це круто. Лоб... Кльово, якщо ну, ми виграємо, так? І нам якусь там карту дадуть. Ну, навіть якщо не легендарну, то якусь звичайну. Було б круто. Гроші то гроші. А от карту. Тріс Мерігольд нам дали. От так от. Перша гра з нею, перша, і вона. Приходить в руку, можемо її розігрувати. Чому б ні? Скоріше за все, зараз десятку розкидаємо. І під неї будемо цих двох кидати. Чи може десятку? А, ну. Щось я тут хотів. Хотів як можна більше розіграти карт, а тут вже гра закінчилась. Ну тоді цих. А, тоді цих потрібно розігрувати у ближній бій, щоб цей хоча б баф дав. Але в мене ж тут мороз. Треба якось поміняти, знайти, якщо в мене немає іншу цю подругу, щоб вона іншу ульту мала. А то погано. Типу тут мороз. І так карти під мороз. Є і... і він нам тільки заважає. Головне, щоб він зараз шпигунів не почав розігрувати.
Ну, я так зрозумів, це перемога. Це перемога. Ескель. Віддавай мені гроші. Ой, там мені пофіг. В мене тут з дальнобійних начебто нічого немає. Ну, я не повірю в те, що він зараз... Зараз зможе перемогти нас. О, якщо він зараз почне розігрувати шпигунів, це буде реально смішно. Ну да. Давай ще третього. Все, круто. Отличная партия, Геральт. Особенно ход. Эскель, хватит его расхваливать. Наливай. Все? Эй, давайте устроим что-нибудь веселое. Что, тебе с нами скучно? Нет, просто все как-то... Неспешно. Красавчик прав, слушайте. Меня оксенфуртский студент научил одной игре. Что? Говоришь, я никогда не... И продолжаешь как угодно. Тот, кто это делал, пьет до дна. Потом следующий, то же самое. Ну давай попробуем. Начинай. Ой, я никогда не... Не спал с суккубом. Якщо це правда, то я... Повинен випити, правильно? Ти щось затупив. Вот так-так. Эскель. Вот уж в тихом омуте. У меня слабость к рогатым женщинам. Ладно, моя очередь. Я никогда не просыпался после попойки в одних подштаниках. Ой, я не пам'ятаю. То, мабуть, ні. Ну, я не здивований. Ох, Ламберт, Ламберт. Позор, Каєр Морхен. Саме смішне, що партита були чужі. Ладно, Геральт, твой ход. Я ніколи не... Ха. Зафіштих це не якось не те. Давайте другий варіант виберемо. Я не випридував із огня любовниці. Крепкий должно быть был муж у этой твоей дамочки. Не в том дело. Это был друг. Я не хотел причинить ему боль. Да. Вот она, настоящая дружба. Ладно, господа, давайте заканчивать, а то я вам в глаза смотреть не смогу. Холодно тут, как у ледяного великана в жопе. Господа, сейчас вернусь. Пасу и вернусь. Вы с Ламбертом ладите? Пожалуй. Я просто привык, что при нем не стоит говорить о некоторых вещах. Их, наверное, целый список? Ну да. Здорово. Молодцы. Развлекаетесь, значит? Алкоголь должен вам сказать. Злейший враг ведьмака. Откуда ты выкопал этот чепчик? Из сундука Весемира. Письмо до 1112-го. Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил мамзелей. Мальчики, ведьмачья работа — это вам не карты и выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы. Не нам. Ладно, ладно. Нам и одного Весемира хватает. Снимай, пока не испачкал. И наливай. Ох, и налью, Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Так что там
Что там с Самовилой? Да вот затянул одного пейзанина танцевать. А тот нет бы обрадоваться, что живым ушел. Влюбился в нее по уши. Хотел, чтобы я ее поймал. Я отказал, он пошел сам ловить, рыболовной сетью. Думается мне, они до сих пор по стерне мазурку пляшут. Отличная история. И с моралью. И что за мораль? Держись подальше от опасных женщин. Блять. Ты когда-нибудь оставишь Йен в покое? А? Когда начну ей доверять? Ты ради нее в огонь готов прыгнуть. Она с тобой играется. И так всегда и было. Вот холера, нашлись эксперты. Ни один, ни другой из чародейками-то не были. Не без причины. Ладно, отстань от красавчика, пока он не разбухтелся. Видишь, уже даже мину эту обиженную состроил. Бей, Геральт, за тебя и Йен, чтобы у вас все было хорошо. Водка. Водка кончилась. Сгоняйте за добавкой. Я уже ходил за жратвой. Ладно, схожу. Кухнешь сам? Ламберт, дружище, я вот что тебе скажу. Ну? Иногда прямо такая свинья, но я тебя люблю, братик. А ты иногда жуткий хвостун. Ну вот ведь, сука, я же за тобой в огонь пойду. Пойди сюда, дубина. Бля. Так, холера разбилась. Хорошо, хоть пустая. Где Эскель? Долго его нет, надо... Надо бы его поискать. Это работа для Весемира. Не начинай, сними уже эту шляпу. Куда этот молокосос подевался? Может, он того? В опасности? Тогда мы идем на помощь. А шукати ми його вже підемо у наступній серії. Тож, з вами був Лютий. До зустрічі і мирного неба над головою.